Всем привет, мои дорогие друзья, меня зовут Мэрис, и это третья серия моего такого вот интересной штуки, где я строю башни. Башню я еще довольно не дострою, потому что эту башню мне надо очень много времени строить, потому что я ее хочу прям сделать выше неба. Также, ребята, подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать такие вот интересные видосы. Так, давайте посмотрим, как выглядит... Это что такое? Ребята, неважно. Вот, что за... Атака клонов, ребята. Не обращаем на это внимания, хотя очень даже интересно, не обращаем внимания. Я сделал вот такую вот интересную башню. Мне кажется, делал вот этих вот овцах, да? Нифига себе, и вообще можно урон нанести. Ладно, ребята, что-то я не ожидал такой серии, но очень интересно, кстати. Ладно, сейчас мы что хотим сделать? Сходить поспать. Так, давайте сходим поспать. Да, очень плохо то, что я поставил кровать где-то здесь. Все, давайте выбираем особенную кровать. Да сейчас ночь уже, давай спать. Спать. Спать, я тебе говорю. Кровать. Спать. Все, я наконец-то лег спать. И доброе утро. Давайте посмотрим, как там наша чики-памбони. Все-таки не зря чики-памбони назвали, потому что это реально чики-памбони. Я думаю, чики-памбони... Ладно, давайте не будем это делать. Надо просто построить. Следующий этаж мы будем делать из вот таких вот штук. Я даже взять блок не могу. Из булыжника. Итак, давайте посмотрим, как у нас здесь он устроено. Понятно, поэтому... Да что со мной не так? Поэтому сегодня у нас будет вот так вот. Сейчас мы сделаем вот такой вот... Блин, не до конца. Я думаю, можно не показывать то, что я сделал. Потом покажу. Чики-пам-бони. Чики-пам, житель, чики-пам, китти, чики-пам, овца, чики, прям. Ужас, чики-пам, житель, это очень баги, чики-пам-бони, чики-мафиози, чики, чики-пам, Путин, чики-пам, Трамп. Ну, в принципе, ребята, я уже... Ну, построил этот этаж, но я хочу как-то его разукрасить. А также я сделал морду крипера. Правда, не совсем прям нормальную морду. Но, можно сказать, не идеально. Я понимаю, это не самое ужасное, это самое ужасное искусство. А теперь мне надо вот так вот сделать, смотрите как. Подставить сюда, вырубить этот блок. И поугарать над овцой. Ну и сюда, конечно. А нет, давайте вот так вот. Да, у меня фигня, конечно, получается, но... Теперь вот так вот. Все, этот этаж мы построили, хотя он выглядит очень странно. Давайте посмотрим, как это выглядит издалека.
И довольно этаж здесь выглядит очень круто, если смотреть вот на вот эти вот этажи. Этаж, конечно же, я строил, но недолго. Так. Я придумал. Давайте сделаем вот так вот. Здесь будет этаж, ну, поменьше. Ребята, давайте вот здесь будет балкон, на который здесь вход. И здесь надо заборы, а у меня нет заборов. О, fuck it, shit. Тогда здесь будет без заборов. Давайте сделаем еще вот так вот, чтобы было получше. Вот так вот. Так, давайте еще сделаем вот так вот. Самое ужасное то, что овца... То, что овца вообще офигел. И все это из того маленького куска. Овцы. Так. Хэштег Майн овца. Хэштег Чики Памбони. Хэштег Бак с овцой. Блин, это так утомительно. Тем более сейчас 5 часов утра, и я строю, чтобы снять для вас такой видос. Да, я понимаю то, что сейчас пошла эра длинных видосов, но это того стоит. Берем лестницу. А теперь полезем дальше. Твою налево. Погнали так вот. И мы поднимаемся на... О, боже, что я тебе... я сам не знаю, что я наделал. Ладно, я тут пытаюсь на блок нажать. Ребята, это очень плохо. Всё. Так. Блин! Давайте вот так. Я здесь читер, пацаны. Знаете почему? Потому что я майнкрафтер. Я все испортил, ребята. Так, дальше нужно... Нет, нужно... Ребята, я, кажется, все загубил. Вот типа такого, да? И опять ночью, ребята, сейчас нам надо просто упасть с высоты, или мы будем просто так вот утомительно падать. Все, мы пришли спать, давайте ложиться, опять спать только ночью. Вот это вот самая ужасная прям проблема. Ладно, увидимся, когда я проснусь. Итак, ребята, я проснулся, я уже залез на верхний этаж, и мы можем уже достраивать наш, Бурж-Халиф. Если дальше что такое Бурж-Халифа загуглить. Это должен знать каждый человек. Потому что Бурж-Халифа, загуглить и узнать, что это такое. Но я думаю, потом, что я строю, вы уже знаете, что такое Бурж-Халифа. И овца... продолжает вести себя как курица, неважно. Я не знаю, почему я говорю всякую фигню. Ну, я думаю, это очень интересно. Строим так, строим так. Строим здесь, постраиваем. Ошибка. Ну, знаете, ребята, сейчас пошла эволюция длинных видосов, поэтому я строю вот так долго. Ну, в принципе, ребята, эта серия тоже подошла к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А помните, как я раньше делал такие вот коротенькие видосы? Там по 5-4 минут. Сейчас прям вообще где-то по минут 10 на этом канале начали выходить видосы. Ладно, с вами был я, Мэрис. Это была третья серия такая вот интересная. Башни, всем пока, ребята.